Уже 12 лет создаю сверхсложно автоматизированные бизнес-системы. Мой девиз, который, кстати, недолюбливают мои сотрудники: программирования нет, ничего невозможно, вопрос только времени. Сегодня мы обсудим революционную платформу, способную дать новые возможности, новый мировой потенциал для создания по-настоящему значимых технологий. Интернет стал безграничным пространством, как космос. Крайне ценная информация превращается в информационный шум. Возможно, все это могут заметить. Многие сервисы, необходимые конкретным бизнесам, сложно найти, потому что действительно царит такой цифровой хаос. Пытаются управлять и структурировать информацию поисковые системы, да, все мы их знаем, Яндекс, Google. На сегодняшний день я владею 11 языками программирования, поэтому мои суждения о проблемах интернета – это не просто слова, а главный предмет исследования. Давайте представим, что вы открыли интернет-магазин. Помимо прямых предпринимательских задач, вам предстоит потратить месяцы и сотни тысяч только на автоматизацию десятков банальных API-интеграций, да, то есть совершенно простые вещи, прежде чем магазин начнет эффективно работать. То есть задача интегрировать бизнес-процессы. Поэтому почему нельзя один раз создать тысячи API-интеграций, затем все это интегрировать в одну интеллектуальную среду? Что мешает нам избавить тысячи программистов от одной и той же рутины, дав им возможность творить новое и важное? Полный абсурд на самом деле получается, такой некий технологический запор. Аура – это будущее интернета, это интеллектуальная среда, которая объединит в себе весь мировой опыт предпринимателей и программистов. Давайте себе представим, что вы устанавливаете приложение, к примеру, на телефон, и каждое новое установленное приложение дает новые возможности предыдущим приложениям. Да, они становятся умнее. Это такая некое машинное обучение для предыдущих приложений и системы в целом. Ну, представим, что вы сможете также создавать сценарии взаимодействия между приложениями простым визуальным языком. Например, ваш магазин автоматизированно получает прайс от поставщиков, анализирует цены и остатки, публикует предложения на вашем сайте и в Яндекс.Маркете, автоматически принимает заказы и информирует клиентов по почте и смс. Казалось бы, все очень просто, да, сдает налоговую отчетность и все прочее. А теперь представьте, что подобную автоматизацию можно включить всего лишь одним кликом, да, непосредственно из системы, из среды. Что скажете, если вы могли бы самостоятельно настраивать и всячески усложнять данную бизнес-систему посредством дополнительного опыта других предпринимателей? То есть представьте себе некий большой App Store, в котором есть бизнес-сценарии, которые мы создаем, предприниматели. Мы можем их использовать одним кликом, устанавливая необходимый набор API-интеграции и необходимых служб. Созидающая целевая аудитория – это предприниматели и разработчики. Остальные 80% – это компании и штат. Собственно, фрилансеры, нуждающиеся в эффективной и мгновенной автоматизации и так далее. Проект на сегодняшний день изготавливается полностью на собственные средства. 4 миллиона мы потратили на машинное обучение и интеллектуальную связь компонентов друг с другом и более 7 миллионов на создание платформы. Потребность в инвестициях исключительно для форсирования процесса производства, ее и продвижения. Времени, к сожалению, не осталось. Все смогу рассказать только позже. Спасибо.